банк, мне нужно поменять деньги, так как у меня в кошельке вообще 0.00. Хотя нет, там есть какая-то мелочуха. В общем, в Киеве мне нужно будет сдавать экзамен на плавание. Если я сдам его успешно, потом будет посольство, я прохожу посольство, и все, покупаю билетики и жду того прекрасного момента, когда я буду отправляться в Штаты. Так, сейчас надо посмотреть, где выгоднее курс, чтобы поменять бабки. Кэш поменял. Теперь у меня плюс 1500 в кармане. Большую часть этих денег я сейчас потрачу на оплату жилья. Там 800 гривен нужно заплатить за 3 дня проживания. Я там дома искал квартиру. Буду жить на квартирке. Там есть даже халявный вайфайчик. Это меня реально радует. И в 3 часа дня я буду ехать на маршрутке в Киев. Мучаться 4,5 часа. И все. Там уже отдохну. В общем, наверное, увидимся в Киеве. Вот я уже в Киеве. Прохожу мимо вокзала, направляюсь в сторону метро. Хочу добраться до райончика, где находится моя квартира. Моя на 3 дня. Нужно еще будет себе где-то что-то купить, похавать, так как у меня вообще нифига нету с собой. В общем, увидимся в квартире. Я уже пришел к квартире. Уже скупился. Хотел себе похавать. Мою волшебную рюкзаку. Сейчас есть немного еды. Открываем эти двери. Так, сейчас буду вам делать экскурсию по квартирке, которую снял. Буду сейчас вспоминать, где тут свет включается. Кухня. Зал. Парашка. Прихожка. Тадамки. Начнем с кухоньки. Вот такая у меня кухонька. Нормальная плита. Там приборы. Там у нас... Что у нас вообще тут? А, чашки есть. О, нормуль. Там даже сахарок есть, холодильник. Микроволновка. Часы. Морские часы. Чайник. Все полезное. Вот моя постелька. Прикольно так, в уголочке. Ах, миленько. Кельчик. Я уже запулил на стол свой ноут. Перетащу. Тут есть еще какие-то тайные комнаты. Интересно, где у них свет включается? Что здесь? Ага, еще два места. Приезжайте в гости. Я вас жду. Хотя видос солью завтра. У вас еще есть время, я тут буду 3 дня. Устроим тусу. А что у нас здесь? Ого, там старый тельчик. Оу. Нормальный движ. Ого, крутая шляпа. Вот это находка. Вообще, надо себе оставить. Нормально. Это ковбойчик такой гламурный. Что еще тут интересно есть? Так, старый тельчик. Диски. Будем выгружать мой рюкзак с хавкой. Вон на кухню. Че я тут накупил? Сейчас узнаем. Я купил себе мороженку, так как у меня мороженкозависимость какая-то. Я не могу прожить без мороженки, я их всегда хаваю. Я купил молочко, сосиски, хлеб, вода и гречка. Гребаная гречка, она стоит, блин, 38 гривен. Хана. Это у меня слюнки текут, потому что я буду сейчас хавать мороженое. В этом... Фух, слил 100 гривен и вроде, по сути, ничего не купил. Была сотка? Нету сотки. Даже есть мороженка. Мороженка всегда тебя радует. Но утешит в трудную минуту. Мороженка — это такая штука. Люблю мороженки. Ну что? Наверное, буду залипать ноуте. Так как, ну,
заняться больше нечем. Тут хотя бы есть Wi-Fi, это меня весьма радует. И увидимся завтра утром. Ох, уже утро. Те чувства, когда ты только что проснулся и так впадло вставать с кровати. Вид с балкончика. Ох, он, кстати, не очень. Здесь висит мое полотенчик. Точнее, мой полотенчик и трусы. Проходят люди. Да. Короче, уже пора развлекаться, надо идти. Идущий скоро мне топать, сдавать экзамен по плаванию. В общем, погнала в душ. Все, в душ сходил, похавал, сейчас направляюсь в бассейн. Меня там уже ждет Серега, что-то звонил мне, переживает, чтобы я не опоздал, наверное. Там мы будем сейчас сдавать экзамен сразу, а потом будет, не знаю, как будто две пары вместе. Где-то 3 часа нам будет втирать какую-то очень полезную инфу о том, как правильно спасать людей. Ну, это я так думаю. Впрочем, уже увидим, что будет дальше. Коротенько я погнал, чтобы не опаздывать. Тут не особо так и далеко, так как квартиру выбирал рядышком с этим бассейном. Думаю, я не опоздаю. Мы уже в бассейне. Смотри, какие мы прикольные. Мы в шапочке. Большинство. Там уже люди начали плавать. Я такой забавный в шапочке. Тут надо проплыть 12 раз туда и назад, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Это типа сегодняшний экзамен. Это надо ждать, пока каждый проплывет свою дистанцию. Кто не проплывет, провалился. Ну, хотя тут плыть изи, как хочешь, нету ограничений во времени, просто плывешь и все. Ну, в общем, я буду дожидаться своей очереди. Не, ну реально, смотрите, Серега такой хахашный в шапочке. Да? Особенно сзади. Мы все как яички, это вообще забавно. Ладно, буду дожидаться своей очереди. Люди так страдают. Оказывается, 300 метров проплыть не так уж и легко. Ну, без остановок, плавать. Сейчас спросим у Сереги, он волнуется? Серега, ты волнуешься? Нет? Реально? Стоп, сердце. Подрезник? Не, вот он какой-то неволнительный. Серега ничего не боится. Бесстрашный. Страшно. Димон проплыл, он. Димон проплыл. И я сейчас проплыл. Сейчас он проплыл. Димон так плыл, он аж посинел. Сдох. Да. Но выжил. Он первые 4 дорожки на всю выдал, а потом понял, что это было зря. Все, мы тогда будем ждать, пока доплавают эти герои. Будем уже валить отсюда. Responsibility, это responsibility, это обязанность. Чувак, я тебе говорю, а? Это просто дышка крутишь слово. Нет, я просто... Нам тут сейчас пытаются телек поставить. Я ему просто говорю, что responsibility, это обязанность. Он говорит, нет. Я думал, это в пиратском уровне. И он в Америку собирается ехать. О, а ты как будто знал. Чувак, я тебе сказал обязанности. А ты был не уверен. Я сказал, вроде, да ты сказал вообще, что типа, не, нихера, это какая типа я. Расплатись, пацаны. Главное расплатиться. Давай так полазно подаваться. Будем смотреть, как упадет. Отлично. Главное, чтобы не упал. Денис, ты мешаешь им девочке. Так. Давай. Who wants sitting? First of all. Кому не видно? Understand? Понятно, нет, хорошо. Да начнутся наши тренинги. У нас закончились эти тренинги насчет английского.
и обучение. Я не пойду в порно. Как спасать детей, спасать наглых американцев и прочих детей. Сейчас мы втычем в кафешке. Серега жрет. Да, он, кстати, зажрался, я тут поправ. Не, не с той стороны, красава. Эти пиво бухают на работе. Этот с камерой разговаривает, этот с кем-то. Да, я разговариваю с камерой. Это не, я же сливаю видосы, это я с людьми разговариваю. Нормально все. Ты же уже все. Вы вообще под пивасик сидите. Закрылись туда, уже никто не зайдет. А ты культурное заведение. Да, культурное заведение, в кофейне пивасик. Я думал, тоже сходите пьем. Дима, сейчас реклама кофейни. Да, прорекламируем кофейни на моем небольшом канале. Чипсы, хорошо. Ладно, буду наслаждаться своим кофе. А вот и... Я уже вернулся с кафехи. Уже поздновато, кстати. 11 часов. Ой, кто-то звонил. О, Серега волновался, надо будет ему перезвонить. Что ж, подведем итоги этого дня. Я сдал тесты по плаванию. Потом нас обучали, как обращаться с детьми, с пожилыми людьми и просто взрослыми в бассейнах. И куча дофигища, я бы сказал, информации. Ах, и все на английском. Я не знаю, сначала я все понимал, а уже через 3 часа, потому что этот тренинг длился 4,5 часа, через 3 часа я уже не знаю, у меня уже там голова взрывалась. Ну, у нас были перерывчики, но тем не менее, это все равно жестко. И типа на инглиша так ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фух. Еще и нам рассказывали сербы. И они еще иногда, когда уже сами уставали, начинали говорить на сербском. Он, кстати, похож немного на украинский. И его, наверное, было проще понимать даже, чем английский. Фух, такой был день. Ну что, я сейчас сяду, буду монтировать видосик в своей Adobe Premiere Pro. Ну, и, наверное, уже вы его смотрите, да, так как уже я смонтировал, да. Что ж, самое главное, самое-самое главное, вы ставьте лайки под этим видео, оставляйте комментарии. Это все важная штука, она продвигает видосы на YouTube, ну, полезно, правда. И добавляйте меня в друзья в соцсетях, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттер, ну его нахуй, вообще никакой пользы. На перископчик подписывайтесь. И все. Что ж, до следующего видоса. А я его буду снимать уже завтра. Видите, как скоро? Всем пока!